Кюрстово, деревня в Кингисеппском Пском районе Ленинградской области, входит в состав Апыльевского сельского поселения. История впервые упоминается в Песцовой книге Водской Пятины 1500 года, как село Кюрстово в Опольском Воздвиженском погосте в Чуде Ямского уезда. На карте Ингерманландия и Бергенгейма, составленной по шведским материалам 1676 года, упоминается как деревня Кирщува би примызи Кирщува хофе. На шведской генеральной карте провинции Ингерманландии 1704 года, как деревня Кирщува би примызи Кирщува хоф. Как мыза Кистова она обозначена на географическом чертеже Ижорской земли Адриана Шанбека 1705 года. В 1746 году императрица Елизавета Петровна подарила Кирстовскую вотчину в Янбургском уезде своему духовнику, протоиерею Федору Яковлевичу Дубянскому. В 1748 году Дубянский построил в селе Кирстове деревянную Скорбящинскую церковь, а к югу от села на пересечении Сайкинского тракта и речки Солки небольшую усадьбу поставил на реке Мельницу. После его смерти Кёрстова унаследовал один из его четверых сыновей, Михаил Федорович, бригадир, унтергермейстер, потом секунд-майор лейб-гвардии конного полка. В 1762 году он принимал участие в дворцовом перевороте на стороне Екатерины II. На карте Санкт-Петербургской губернии Яя Шмидта 1770 года усадьба и село обозначены как Крестово. После его смерти в 1776 году село перешло по наследству его жене Наталье Федоровне и детям Федору, Дмитрию, Александру и Варваре, вышедшей замуж за Василия Николаевича Зиновьева, после смерти всех остальных совладельцев. К 1825 году единственным владельцем села стал действительный статский советник Александр Михайлович Дубянский. При нем была перестроена родовая усадьба, парк расширен до 5 десятин. Рядом с усадьбой на Сайкинском тракте он построил часовню, а Скорбящинская церковь в самом селе была перестроена. После его смерти в 1843 году село перешло к его племяннику, сыну сестры Варвары, Николаю Васильевичу Зиновьеву, будущему генералу от инфантерии, директору пажеского корпуса, воспитателю сыновей Александра II. Помимо Кёрстова он унаследовал от дяди дом на Фонтанке и дачу Богословку, которая стала называться Зиновьевкой. На свои средства он по проекту архитектора Ибуланова выстроил новую каменную церковь во имя С.В. Николая Чудотворца, но не в селе, а южнее усадьбы. Зиновьев был женат на сестре поэта Батюшкова, Ольге Николаевне, но брак их был бездетным. Он обратил село Кёрстово с деревнями Киулье, Федоровское и Кикерица в майрат, и после его смерти оно досталось его племяннику, статскому советнику Министерства иностранных дел Степану Степановичу Зиновьеву, который и стал последним владельцем Кёрстова. В 1844 году село Кёрстово насчитывало 67 дворов. На этнографической карте Санкт-Петербургской губернии по Икёппена 1849 года упомянуто село Кёрстово, населенное Вадью. В пояснительном тексте к этнографической карте оно записано как Кёрстово и указано количество его жителей на 1848 год. Вади 181 метр по 187 же по ингерманландцев совокотов 2 метра по 3 же по всего 373 человека. В 1860 году село насчитывало 60 крестьянских дворов. На окраине села располагалось стрельбище. В 1876 году в селе открылась земская школа, учителем в ней работал Ф. Сазонов. В начале 19 века Кёрстово административно относилось ко второму стану Ямбургского уезда Санкт-Петербургской губернии. В конце 19, начале 20 века к Полицкой волости первого стана. По данным памятных книжек Санкт-Петербургской губернии за 1900 и 1905 годы мызы Кёрстово площадью 5742 десятины владел статский советник Степан Степанович Зиновьев. В 1902 году в деревне открылась вторая школа, учителем в ней работала госпожа Сазонова, а с 1917 по 1923 год деревня Кёрстово входила в состав Кёрстовского сельсовета Полицкой волости Кингисеппского уезда. С 1923 года в составе Ястребинской волости, с февраля 1927 года в составе Кингисеппской волости, с августа 1927 года в составе Кингисеппского района. В 1928 году население деревни Кёрстово составляло 494 человека. По данным 1933 года, деревня Кёрстово являлась административным центром Кингисеппского района.
Херстовского сельсовета Кингисеппского района, в который входили 7 населенных пунктов: деревни Кюрстово, Кикерице, Кюле, Мале, Роговице, Серговице и хутор Кикерице, общей численностью населения 1685 человек. По данным 1936 года, в состав Херстовского сельсовета входили 8 населенных пунктов, 337 хозяйств и 5 колхозов. В 1938 году церковь в селе была закрыта во время немецкой оккупации. В 1942-1945 годах она действовала, затем снова была закрыта, но здание ее сохранилось. Деревня была освобождена от немецко-фашистских оккупантов 31 января 1944 года. С 1954 года в составе Апельевского сельсовета. В 1958 году население деревни Кюрстово составляло 302 человека. По данным 1966-1990 годов, деревня Кюрстово также находилась в составе Апельевского сельсовета Кингисеппского района. В 1997 году в деревне проживали 194 человека, в 2002 году 635 человек, в 2007 году 565. География: деревня расположена в восточной части района на пересечении автодороги Р-42 и Н-125. Расстояние до административного центра поселения 10 километров. Расстояние до ближайшей железнодорожной платформы Сулка 1 километр. Демография. Инфраструктура: рядом с деревней расположены части войск ПВО России, имеющие на вооружении зенитно-ракетный комплекс С-300.